Егор Климанов из спортивного клуба «Спутник» завоевал серебряную медаль на Кубке России по тяжелой атлетике. Соревнования проходили в Старом Осколе. Тагильский спортсмен выступал в категории до 96 килограмм. Второе место позволило Егору пройти на чемпионат Европы. Также тяжелоатлет выступит на соревнованиях в Китае. В планах Олимпийские игры. Для отбора на Олимпиаду, например, нужно выступить на 6 соревнованиях. И на всех занято определенное место, и в сумме уже как бы суммируется все, и получается, ну, что человек попадает на Олимпиаду. То есть чем выше места на этих 6 соревнованиях, тем лучше. Помимо Егора Климанова, спортивный клуб «Спутник» представлял еще один штангист – Илья Шульган. Для него это был первый серьезный турнир на взрослом уровне. Илья стал седьмым в категории до 109 килограмм.